Ваня, не считается. Как это? Она в сетку не попала. А в чего попала? Она в это попала. Вот это она тоже не попала. Прилетели, покушали, легли спать, в принципе, часа в 4, это было у нас 11 как раз. Да нормально, дневной перелет, абсолютно нормальный. Посмотрел кино, почитал, посмотрели хоккей там с тренерами, разобрали. Ну, не разобрали, так посмотрели, как ребята работают. Лед свободный, и ребята, которые играют, готовятся к игре, спят, поэтому проснулся после самолета, решил, чтобы не валяться, чтобы поехал. Ну да, все команды в плей-офф опасны, и болельщики хорошие, команда хорошая, тренерский штаб хороший. Тут не про Амур, наверное, а про все команды, которые играют в плей-офф сейчас. В плей-офф не попадают слабые команды, поэтому тут независимо, кто восьмое место, первое место. Игры все идут, так скажем, кость в кость. Победит сильнейший. Каждый год так делаем, да, конечно, очень прекрасные ребята, молодцы наши, поработали. Вообще шикарно. И быстрый выход. Зернов! Забивает Зернов 1-1. Ворот там уехали, но Зернов уже успевал направить шайбу в ворота до того, как они сошли. Даже если они были сдвинуты, ну, скажем так, до момента пересечения шайбы и линии ворот, здесь была пресловутая фаза броска. Здорово играли, перетерпели наглость соперника, где-то даже не грязно играли. Но мы выстояли в конце, парни в меньшинстве здорово сыграли, молодцы. Греба сегодня молодец, заводил нас, и это командная победа заслуженная. Рачкин, Вовченко, бросать несподручно, пресс, гол! Вот он ответил, и посмотрите. В эти ворота две шайбы пресс отправляет. Вовча отдал диагональ мне. Я увидел Робина, ну, что он накатывается. Накатил ему передачку и он уже своим броском забил ворота. Ну да, Робин там первый гол в наши ворота был с рикошета, от него отскочило, но потом он исправился. Это его фишка, он так умеет, он здорово бросает от синий. Сколько раз это было в регулярке, сейчас тоже сработало. И, конечно, там под воротами здорово Люк сыграл. Люк тоже в этой серии очень много делает для нас. Как не удается завернуть у Никиты. Активен, заметен. Главный энерджайзер. Передача, гол!
забивает Канцера. Вот магнитогорская молодежь делает этот гол. Да, поймали на ошибке сейчас Кабаровчан. Но это смена Гребенкина. Прокручивал в голове. Вот я выйду в следующий раз. Как я поступлю? Что я сделал? Вот вышел заряженным. Макс Карпов здорово сменился. Я побежал. Греба здорово выиграл борьбу. Он меня увидел, у него было время. И в центре никого не было. Он отдал мне, просто осталось попасть. Сегодня, во-первых, вся команда пласталась, да, все блокировали броски, все ловили на себя, да, проявили характер, забили хорошие голы, в большинстве забили. Ну и Ромка Канцеров хорошо попал в дальний угол. Ну да, где-то Андрей Владимирович поменял связки, это придало, так сказать, положительные эмоции. И Коробыча с Пашкой там поставили, заводная, крепкая такая пара. И первое звено поменяли, молодцы парни, создали гол. И у нас как бы троечка тоже такая скоростная, с Данькой, с Никитой. Думаю, будем продолжать вот этот напор, будем идти дальше и побеждать. Ну, раз выиграли, значит, хорошо, все получилось, да, но все равно есть над чем работать, и как бы сыгранность, она будет с каждым матчем все лучше и лучше приходить. Давайте, мужики, что все понимаем, хихихаха, закончилось, дальше все вместе. О, все.